Всем добрый день! Сегодня у меня на столе вот такая удивительная глина, башкирская злата. Вообще она, конечно, не похожа на остальные башкирские. Так, отмарает руки. Она такая тяжелая, увесистая такая. Сейчас попробуем. Глина хорошо хрустит при откусывании. Структура у нее как у халвы. Такая интересная. Вот хорошо хрустит, разжевывается в такую структуру, вот как халва. А в конце жевания, вот что самое удивительное, она превращается в такую нежную калиновую массу. Не жир, не сильно жирную. Не залипает. Залипания у глины нету. Вообще я впервые пробую такую глину. Очень хорошо хрустит в начале. Превращается в такую, знаете, я бы сказала, шуршащую, что ли, массу. Такая масса песочно-печенья, халвы. Вот такая. А потом как-то она странным образом превращается в такую нежную, однородную массу. Которая не залипает, залипания нет, и не скрипит. Вот по структуре она немного мне напомнила глину воздушную. Только воздушная, она прям как прессованная пыль. То есть ее начинаешь жевать, и вот аж, если большой кусок откусил, то можно аж как-то прихватывает дыхание, потому что она такая сухая-сухая. А вот злата, это типа вот воздушной глины, только плотная и не сухая. Вообще, с башкирской глиной, с такой структурой я сталкиваюсь впервые. Поначалу, вот как только ее откусываешь, она похожа как бы на глиномел, что ли. А потом, вот говорю, разжевывается прям в однородную такую нежную массу. В общем, нужно пробовать. Если, девочки, кто-то пробовал эту глину, напишите, как вы ее чувствуете. Потому что я вот, у меня вот такое впечатление от этой глины. Возможно, ее чувствует кто-то по-другому. Поэтому, чтобы понять эту глину, нужно попробовать самим. Вот еще есть какая-то, знаете, чуть-чуть терпковатая она в конце. Вообще очень удивительная глина. Поэтому берите, пробуйте. Всем хорошего дня и приятного аппетита!